социалистической империи Россию считают метрополией, хотя она давно уже донор своего величия. Еще 14 союзных республик находятся внутри границ супердержавы. 6 стран Восточной Европы заключены в соцлагерь. Они – предполье противостояния с Западом. На дальних форпостах до 30 государств-сателлитов разной степени привязанности. И всем нужно давать деньги, энергоресурсы, оружие, чтобы от Анголы до Балтики, от Вьетнама до Кубы мир сверял свои часы с московским временем.